Ну и ждем оценку судей. Везет Денис Цыпленков, 113 килограммов. Ваши аплодисменты. Всем привет. Тут шумиха насчет бицухи. Уже надоело, если честно. Мы тут со всеми пообщались. То есть все пытаются устанавливать рекорд. То бишь бить 113 килограмм. То есть мой рекорд. Но по своим правилам. Смешно, конечно. Поэтому мы пообщались. Я решил, что признаю рекорд только тогда, когда будет он действительно выполнен. Ну, так, как я делал. То есть это пятки 30 сантиметров от стены. Затем штангу я сам беру. Широким хватом. И затылок прижат к стене. Для того, чтобы спина у нас не отрывалась. И мы это все видели. Затылок этому будет способствовать. Как-то так. Поэтому всем добра и рекордов.